Считает, что жизнь – это фильм. Мы в нем актеры, а Бог – режиссер. Всем раздает только главные роли. Она неизлечимая оптимистка. Зажигается сама и зажигает идеями других. С малых лет белая плясала, и все звали ее Нина Балерина. Желаю вам незабываемого вечера, дорогие зрители, уважаемые жюри. Сегодня на этой сцене со мной мои дорогие дети. Доченька Кристина, 12 лет, и сынок Сергей, 3 годика. Номер 9. Елена Модестова. Владеет в совершенстве всеми приемами кулинарии. Хорошо разбирается в мужестроении, классической литературе, строительстве и ремонте. Счастливая обладательница идеального мужа и сыновей. Добрый вечер, дамы и господа! Мои замечательные сыновья. Андрюша 8 лет, Костя 4 года и Женечка 1 год 3 месяца. Номер 10. Татьяна Тарпева. Она стремится легко смеяться и легко плакать, легко брать и легко отдавать, легко говорить «да» и легко «нет», легко прощать, легко любить, легко жить. Рада вас видеть, друзья! Спешу представить вам свою гордость, моих детей. Мой сын Максим, 10 лет. Дочь Маргаритка, год и 8. Номер 11. Мария. Марина Варгина. Ей нравится видеть улыбки на лицах людей. Умеет ценить красоту и считает, что каждая женщина может быть прекрасна. Стоит лишь захотеть. Специальность по диплому, оборудование и технологии сварных конструкций. Но в жизни персональный стилист. Дорогие друзья, я рада приветствовать вас в этом зале. Моя принцесса Дашуля. Номер 12. Елена Меркурьева. Посвятила свою профессиональную жизнь защите детей. 12 лет работала в доме ребенка, сейчас работает в аппарате уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области. Неисправимый оптимист, любит золотую осень и тихую охоту всей семьей. Приятного всем вечера. Разрешите познакомить вас с моими птенчиками. Полина 8 лет, Матвей 2 года. Инна Якобсон считает, что в жизни нужно успеть как можно больше. В детстве хотела стать дрессировщицей кошек, а судьба распорядилась по-другому, но умение командовать и организовывать пригодились. Староста, бригадир и начальник в пройденной роли. Приветствую вас, дамы и господа. Спасибо, что пришли. Моя принцесса Кирочка, 3 года. 14. Ирина Кондрашева. Любопытна, и поэтому всегда пытается узнать что-то новое. Энергично, потому что